Всем привет! Более года назад я выкладывал видео, сейчас оно появится у вас на экране, про купленные мной аккумуляторы Pixel. И целый год мне задавали одни и те же вопросы. Хорошие ли аккумуляторы? Купил бы ли я их еще? Как они себя ведут спустя несколько месяцев, спустя полгода? Стоит ли их покупать? И буквально сегодня утром мне задали опять такой же вопрос про эти аккумуляторы. Так как ко мне недавно приехала зарядка Skyr CMC3000, я решил вот такой вот видеоответ дать на этот вопрос. Вот, аккумуляторы проработали год во вспышках. Я их поставил на цикл заряд-разряд, токи по пол ампера. И вот такие цифры я получил в результате. Можно посмотреть цифры по этим аккумуляторам. И графики. И уж поверьте, мне есть чем сравнивать. Есть NLU второго поколения, есть Chameleon LV3D на 2100 мАч, есть Enermega, есть IKEA Lada, есть NLU третьего поколения, есть GP, есть Warta Long Life, есть Sunshine на 2200. Кстати, хуже всего всех аккумуляторов у меня по комплекту, по 4 штуки, как раз во вспышку. Хуже всего себя показывают GP. А пикселы, скажем, если взять две вспышки одинаковые, в одну поставить НЛУПы, во вторую пикселы, выставить одинаковую мощность, скажем, одну вторую или одну четвертую от полной, то разряд у них с разницей в несколько кадров, менее 10 кадров разницы. То есть, если в одной вспышке сели аккумуляторы, буквально через несколько кадров сядут и во второй. То есть разницы спустя год между НЛУПами и пикселами при практически одинаковой эксплуатации я не вижу. А вот GP Recyca во вспышках работает отвратительно. Они, правда, уже у меня несколько лет, но даже в самом начале они себя показывали хуже и НЛУПов, и Варты. Ссылочки на все эти аккумуляторы, если интересно, будут в описании под видео. Там же будет ссылочка на лот на Алиэкспрессе, где я покупал пикселы. И если интересно, вот эта зарядка, на нее тоже будет ссылка. Что же касается микропальчиковых аккумуляторов Pixel, весной было о них видео, после этого я их поставил в пульты. И я их больше не заряжал. Пульты работают. Так что вот так. Цифры перед вами. Информацию я вам дал. Делайте вывод сами. Стоит их покупать, не стоит их покупать. Как они спустя год. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Всем пока!